No! The curse, the ghoul, it's in you. We cannot risk it. I will help you save the child. Be strong. No! Don't let the creature take you. Breathe. Breathe. Focus on me. Look at me. Stay you. Stay Tassie. Good. Now, Tassie. Push, now. Нет. Тасси, давай. Тасси. Тасси, давай. Keep breathing. Давай. Focus on me. Я стараюсь помочь, как могу. Просто давай. I can see the head. Almost there. Давай, 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 милая, давай. Просто давай, просто давай. Раз, два, три. Соберись, соберись. Может, через столько дерьма ты прошла, Тасси, давай, давай, док с нами, все нормально, мы справимся. Справимся, как ты уже справилась с этим, так что справишься и сейчас тоже. Давай, 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 милочка, давай, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, док с нами, док с нами, держимся, держимся. Ребеночек здоров должен будет, должен быть. Все будет хорошо. Все будет хорошо. I thought she might be tainted, but she... Perfect. Отлично. Oh. Well done, Miss Trianon. You have given us hope. Please. Let me hold her. I know. For you, the child comes before. Опа, сейчас мы что-то узнаем. Your friends, your husband. All she wanted was the child. Just that. No! We could have gone home if not for you. So, now. Этот дух от императрицы наверняка, да? На дорожке идти. You would not. If we are to be cured. Against our lives, what is one child? You fucking dare! Дох, ну за что? Карта сейчас начнем догонять. Так, мы не прилетели в Гуле, да? Вот отсветили, судя по всему. Кстати, да, однако здравствуйте, с вами Камиль, мы продолжаем прохождение Амнезия Ребёнок. Стой, Дох! Стой! Как вы могли заметить, мы начали с очень такого непростого момента, я его сам не ожидал видеть. Включаю такое, а там вот это вот. Но мы сейчас ползем, давайте за Доком. Мы его поймаем, мы не дадим отдать ребенка этой нашей той даме странной. Док, урод! Ты там один последний живой остался, ну как так? Ну нельзя. Господи, Тасси, как же я. Это даже, наверное, так больно. Ужас. И мы сейчас просто вышли в бурю. Куда идти? Так, кажется, не сюда, да? Вот сюда. А, вот следы, да? То есть вот, ей нужен был ребенок? Тасси не согласилась его отдать, и, видимо, почти всех поубивали. Петь, что? Куда он делся, блин? Наверное, ко мне пошел вот этим, да? Наверняка. Я ведь правильно понимаю, да? Опа! Вон он. Двигаемся. Like heck. He may be in control now, but I don't think it will last. I have laudanum. It may help. Хорошо. Настой копии. Так почему должна помочь? Он нам тоже ее дал. You're out of your mind. Salim will be dead by now. Accept. Don't go, Tassi. We can get help. I can't do this anymore. I just want to be with him. I don't care what happens. Mm.
Там портал, да? Мы не успеем, да, к порталу явно? Вместе с доктором. Может пройти человек с амулетом странника и амулетом со сферой. Успеем ли мы? Мне кажется, мы не успеем. А, или мы все-таки прошли? Это открытый портал был? Может, в темном мире, да? Может, в темном мире, да. Кафар. Догоняем, догоняем доктора. Да? Огромный саркофаг, капец. Вот это размеры. Хорошо. Заходим. Фух. Вспоминания из более дальнего прошлого, однако. Видимо, еще до рождения Элис. Окей. Вот мы и здесь. Мать. Получено достижение. Идем, идем. Мне кажется, это уже... Конец? Спасибо, спасибо за... Игра. Игра, очнись. Bring her back! Don't do this! Лифт, да? Please don't do this to us! Единственный шанс. Нас типа не отпускает, что ли? Императрица управляет этими гулями? Да и т.п. Ну что ж, товарищ доктор, погнали? Мы их на лифте, да? И значит, нам тоже надо следовать за ним. Естественно, это самая императрица. И она... Тианан же вроде, я точно не помню. Ну, как бы внешне незаметно, но на самом деле прошло 3 или 4 месяца. Так, заперто, а что у нас? А внутри какой-то спуск. Хорошо, хорошо. Да. Ну, я понимаю, нам сюда. Damn it! Понял, а тут? Come on! Теперь мы не сможем просто так уехать, да ведь? Погнали. Так просто? Понятно. Понятно, нифига. Нифига не просто. Я уже думал, неужели... Неужели нас пустят вперед? Конечно, конечно. Так, ну вспомните, а как... А что? А как? А где... Мы же потеряли лампу! И у нас есть только спички! Так печально. Что такое? Лестница? Полезли, чё? Лампа, прости, что я ругал тебя. Если бы я знал, что мы окажемся в такой ситуации, я бы был менее жесток к тебе. Потому что... Отсутствие лампы в 2 раза хуже, чем... То есть как, полное отсутствие лампы это в 2 раза хуже, чем ее присутствие. Косячное, но все-таки... Ну ее простые, я случайно... 2 спички. Класс. Так, 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 так. Салим. Салим был бы против, наверняка. Родители делают все, чтобы спасти своего ребенка. Мне кажется, в большинстве случаев. В подавляющем большинстве случаев. Так. Нам нужна энергия, да? О, стопэ. Вот так. Вроде, смотрите, вот вроде как в игре вот у этих алхимиков, так сказать, в теневом мире есть некое подобие электричества. То есть у них полноценная энергия.
Не говорит мне, что здесь тоже монстр ходит. Гуль. Есть полноценная энергия Виты. Вот. Прям мега-мега энергетизированность всего и вся. Почему у них факелы? Да, они, кажется, горят просто вечность, но почему? Почему просто факелы? А, пофиг, давайте тратить спички так, как можем, прям на полную. Сегодня гуляем, пацаны. Гуляем, как не знаю кто, короче, по полной. Ну блин, ну хотите какую-нибудь палочку зажечь хотя бы. Ну, в любом случае, вы же понимаете, что палочка будет гореть дольше, чем спичка. Don't listen, Tazzy. It's all right. Please, goddess, queen, whatever you are, he's dying. You know my terms, Tazzy Channel. Have you changed your answer? Ну, Хэнк как бы молодец, тут ничего не сказать. I can't give her up. И Хэнк понимает, что Тасси ее не отдаст. И не хочет на нее бремя ложить. Ну это мы уже давно поняли, милая. Знаете... Это какие-то локации Дума 3. Ну серьезно, очень похоже. Лаборатория Альфа или Бета. Вот-вот такое ощущение, что я найду плазмоган. Так, я внизу, да? Ну, допустим. Малик, help me, please. Интересно, может, эта вода на самом деле типа, заражает? Они же не просто так начали превращаться в гулей все. Живая вода? Выглядит как подстава. Как очень такая нехилая подстава. Кстати, помните, мы были в форте возле фонтана с водой, и Тасси говорила, что она не хочет пить почему-то, то есть нет желания. Может быть, это, собственно, уже физиология гули так работала? Ой-ой, да, так себе выглядим. Ничего, Тасси, ничего. Согласен с тобой, Тасси. Так, ну ладно, прежде чем идти туда дальше, я хочу проверить сзади эту красную комнату. Угрожающую красную комнату. Не видно нифига. Вот опять. Только теперь у нас... О, теперь у нас еще и фонаря нет. Что это? Вспоминания? Тайна. Closer than kin. Take these vials. They contain my formula. There are four major Vitae flows into her tower. Find the maintenance ports. One vial should suffice for each. Seeding the flesh into a flow should choke it, cut off her supply, and wreak havoc at the factory outlets themselves. But be wary. The red flesh is volatile, and unless all the flows are stopped, the constant cycle of pain and fear will continue, and our penance will not end. I know that if you succeed, the tower will fall, and we will not meet again in this world. But perhaps, if the true ancestors deem that we have atoned for this great sin, we may yet meet again in another place. All my hopes go with you. In all our names eternal. Жалко, что идея ваша не сработала до конца. Но мы это запомним. There might be a way to end all of this. But it doesn't sound like any of us would survive. Так, хорошо. А вот, видите, одна...
один из потоков нарушен. То есть те еретики, скажем так, пытались уничтожить императрицу, остановить этот кошмар, эту выработку адской энергии, скажем так. А у нас есть, да, инжектор? Есть? Есть. Так, а можно откуда-нибудь набрать? Где эти капсулы были, собственно? Нам нужны капсулы с плотью. И тогда мы сможем уничтожить выработку энергии. Уничтожить этот мир, можно сказать. Основу того, на чем он зиждется, на чем зиждется сила королевы, точнее императрицы и ее бессмертия. И мне кажется, мы должны это сделать. Потому что иначе... Что, блин? Здесь ножницы? Охотники? Заходим, заходим, заходим. Вниз или вверх? Давайте сходим вверх сначала. Не, ну реально, Doom 3. Чистый Doom 3. А, это та самая дверь. Которая была заперта на второй уровень лифтом. Хорошо, хорошо. Погнали. Думаю, нам надо пойти вниз и восстановить энергию к первому лифту, который не сработал. Второй сломался, а первый не сработал. Ну вот как бы классика вообще. Как вам, как это называется-то? Господи, слова забываю. Окружение, вот. Все видно. Все видно и ничего не понятно. Что это? Где я? Кто я? Спички? Откуда здесь спички? Доктор закинул. Кстати, давай нормально. Нам сейчас нельзя превращаться в гуля. Пока не стоит. Вроде брать нечего, да? Только спички. Ну так получается, что Таси-то может по морде дать кому хочешь. И захочет. Просто ей каждый раз все сложнее возвращаться обратно в человеческий облик. Она, по сути, только на своей силе воли-то и выгребала. Последний несколько раз, когда нас ловили. Что это? Что? Ну вот, Хэнк превратился первым, видимо, потому что он был более всех ранен. Ну да. Та история про духа, который заманивает всех, обещая спасение, но по факту обманывает, это правда. Так, я не помню. У нас амулета странника не осталось, да? А, амулет странника украл доктор. Тихо. Спокойно. Видишь, все светло, все хорошо, милая. Милая, смотрим на огонь. Успокаиваемся. Как держать? А зачем я затушил спичку, если она еще горела некоторое время? Ёп, макарёк. А тут кто? Парень? Кто такой? Малик. Лик? А, тот, кто был с ружьем, тот, кто... You saved us. Ну да. I'm sorry. А вот... Ну, как они могли знать, в принципе, да, что императрица их обманет, что она превратит их в таких страшных существ, судя по всему, еще и подконтрольных ей. А ты императрица-то еще мразь. Так, вот, судя по всему, энергокабель. Это сломанный лифт, да? А это наш лифт, который ушел. Хам, точнее, нет, вот этот нам нужен, да. Хорошо, это можем выткнуть. Тоже можем выткнуть. А я чувствую, сейчас я выткну, и что-то пойдет абсолютно не так вот совсем. А, здесь нельзя, да? Так. Решетка разломанная, да, как будто бы. Нам, получается, нужно сюда воткнуть питание. Вот с этого лифта переключить питание сюда. Но как? Это сделать? Давайте... Ой, давайте отключим япона-мать. Разве может что-то пойти не так? О, я понял. Все, сейчас. Ломайся, твою мать. Ты тоже.
пропихиваем и включаем. Да, Таси, конечно, героиня, тут ничего не сказать. Хэнк, ты что здесь? I can smell you. You are nearly lost. Fight it. Я стараюсь. Fight it. Я стараюсь. It will take you, Tazi. It has taken me. Хэнк. О, Christ. Да. Хэнк, ну. Я понял тебя. I'm so sorry. I don't know how to help you or any of us. Ничего, мы все закончим. I need to save Amari. Ты уж понимаешь, Хэнк. Ты уж понимаешь. Ты понимал это и тогда. И я думаю, понимаешь это сейчас. Давайте валить отсюда быстрее. Пора заканчивать. Блин, ну я знал, что будет такая подстава. Спокойно, 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 Таси, Тасечка. Милая Тасечка. Все будет хорошо, окей? Все будет хорошо. Не волнуйся, не волнуйся. Сейчас мы пропустим и сами пройдем. Ну где, где? Вот вы видите что-нибудь? Я ничего не вижу. Ты будешь выходить, тварь? Звуком, куда он сел. Чё? Ну и в смысле? Ты так и будешь там стоять, да? Подождите, или... Что это такое, блин? Это же нет, он что, застрял, что ли? Ну ништяк, он застрял, походу. Потому что я еще, мне кажется, что он должен был, собственно, с нами пойти. Успокаиваемся, успокаиваемся. Или мы обязаны, типа, через него пройти? Это бред какой-то. Давайте сохранимся. А, нельзя сохраниться. Класс. Класс. Что вы мне предлагаете? Тут только один выход. Мужик. За мной, побежали. Давай. Тихо, спокойно. Эта тварь должна пройти мимо. И тогда мы сможем выбраться. Вот она. Дракона, мать! Тут дверь. Дверь надо закрыть. И вот первый театр. Нам борода, все, нам песос. Или все еще песос. Стась, только не срывайся, пожалуйста. Держись. Он сейчас уйдет, и мы пойдем за ним буквально. Прям сразу за ним. Ну давай же, свали ты, гребаный. Спокойно, Тась, спокойно. Спокойно. Как раз самое время. Свалил? Урод. Мне кажется, урод свалил. А значит, мы можем попытаться прорваться наверх. А, он же умеет телепортироваться, да? Двери закрывать нет смысла. Погодите, я же где-то... А, вот тут наверх. А, ну дверь еще с той стороны закрывается. Ну ништяк.
давайте быстрее сваливать отсюда. Черт побери. Все, 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 погнали. Оп. Ну все, мы все, все подключили, что могли. Так, надо глотнуть немножечко. Священная амброзия. Обманщица. Until the child is born. One life against the rest of us. We could save Selene. Tazi, it has to be your choice. It's your life. I can't, Hank. I can't. I lost Alice. I will not give up this child. Ну, Тази можно понять. Тут, знаете, мне кажется, нет ничего предосудительного. Тем более, учитывая ее прошлое. И действительно, как бы, Хэнк прав. Заходим. Мне вот интересно, правда, что делать. Я не думаю, что нам дадут возможность уничтожить императрицу, остановить сбор Витая, вот этих там все эти жнецы перестанут бегать, так сказать, по нашему миру, и одновременно спастись. У меня есть ощущение, что если мы сейчас попытаемся вот выбрать именно общее благо, мы погибнем. И как игрок, я именно так и хочу сделать. Но я сомневаюсь, что так бы сделала Тась. Мне кажется, Тася сделает все, чтобы спасти ребенка, и без разницы, что происходит вообще, в принципе. И я не знаю, вот, собственно, что сделать. Я, наверное, попытаюсь все-таки уничтожить императрицу. Так, что это такое? Это телепортационные врата. Да. А что, не хватает, что ли? Да, да, вот, хватает одной. Угу, угу. Хорошо, а где ее достать, чтобы выбраться? Это интерактивное? Не интерактивное. Давайте дальше идти. Мне кажется, нас там ждет доктор, который не совсем доктор. Ну, не знаю, по моему мнению, врач не может обменять жизнь ребенка на свою жизнь. Пойти. Now save us. Change us. Lift this curse. If that's what it is. Наивный дурачок. She had the right to take the decision. She was thinking with her heart, not her head. I see you, you piece of filth. She will not answer. What have you done with her? You must listen. Trying to save. Ой, сейчас доктор борода пойдет вообще. Ой. Ну, док, о чем ты думал? Ужас. Императрица. What? И она? What are you? No fear, Tazi Drano. I have no wish to hurt you or your child. Then let us go. With the portal, I can take her home. She will die. You do not remember? The child will be born with a sickness. It will waste her to nothing. Here with me, she can live. Here, there is hope. Мы же исцелили ее. I thought I cured her. Да, исцелили. Мне кажется, она обманывает нас. You showed me a temporary respite. As with her sister, the illness is too deeply rooted. I am sorry. Vitae can halt this decay for a time, but is no cure. She will always need it. Follow. I will take you to her. Ну, пошли.
Так, зачем идти? Я хочу глянуть немножечко вот сюда. Хм, а что она держит в руке? Не та ли это сфера, которая позволяет перемещаться между мирами, как амулет странника? И не она ли будет задействована в Amnesia The Dark Descent, первая часть? Да, ну конечно, императрица уже давно перестала быть человеком, или кем она там была. I saw the child within you. Only a germ, but growing. Жутко. I could not let her die. Это выглядит как подстава. Что здесь? Так. Это один из четырех трубопроводов. Можно забрать отсюда Вита и свалить. Я иду, императрица. Запоминаем. Мне кажется, здесь надо будет бегать. Мне кажется, с ее ресурсами она могла спасти всех и без... Знаешь, что у нее есть какой-то добрые мотивы. Потому что, учитывая, в принципе, способ ее жизни... Да, не было выбора. I could be the mother. Конечно. Естественно. You have become a harvester. Soon your mind will be nothing but hunger. You can do no more for her. But I can. You must let me. Мне кажется, нас обманывают. Мы ее вылечили. У меня такое ощущение. Here. Витает, да? Ча, Мари, секундочку, я посмотрю, что творится. Хотя она действительно подпитывает ее Витой, может, она и не врет. Но я не верю в добрые помыслы императрицы, уж... Что не говори. Амия. Амия, мой heart. I've got you. Mama's here. Comfort her, feed her, say goodbye. You do not have much time. When you are done, leave her and come to me. I will ease your oblivion. Облегчишь мое забвение, это превратишь в жнеца и будешь использовать до тех пор, пока, ну, собственно, не кончится мировое время, да? До конца всех времен. How did we get to this? If we try to go home, can I find a way to keep you safe? Черт. Or will it be Alice all over again? Черт, как тяжело. Those things that they have to do to keep her alive. What are we to do? Hush now. Lullaby. Close your eyes, for sleep is coming. Hush now. Lullaby. Mama's here. So don't you cry. I know. I'm sorry. Плачь, маленькая Мари. Плачь. Блин, а может быть, ну как, ребенок переместить, если с ним остаться? Это вообще возможно? Портал. Вот, три варианта. Это вырубить все нафиг. Уйти в портал или оставить ее. О, черт, мне так хочется просто свалить. Это
самый оптимальный вариант. Но получается, императрица останется здесь, она поймает какую-нибудь другую группу путешественников, и другая женщина, скорее всего, попадет в эту же ситуацию. Is this best for you, Amari? To be here? В этом месте, в этом мертвом темном мире, который обречен на смерть, который зиждется на мучение. Do I refuse her? And you and I step out there and see what comes to us. Хороший вопрос, Тасси. How can you protect her out in the world? The disease will ravage her, as it did your other child. She must have Vitae, or she cannot live. I had to make you one of mine. I'm sorry, but you would have seen her die. Секунду. А если я сейчас пойду? Если я... Опа! Три капсулы. Я все понял. Что если мы оставим Витая и Амари здесь, а сами пойдем разваливать эту фигню? Вот просто у меня есть определенное беспокойство, что если я сейчас просто пойду к ней без Амари, то это будет сразу гейм-овер. И все же нет. Черт. Сложно сказать. Ну давайте, давайте попробуем так. Просто мне кажется, что раз, если мы решили, что теоретически мы будем уничтожать императрицу, то лучше делать это без ребенка в руках, так? Надеюсь, не будет ингейм. This is it, Amari. If I lay you down now, I may never see you again. Или просто... Видите, как мы медленно перемещаемся? Ну серьезно. Давайте попробуем. I'm sorry, Amari. Here. You have a chance. Это не все, не все, не все, это не конец. Блин, не, вот я просто сгорю сейчас, если это будет просто эндгейм сейчас. Тасси, Тасси, не плачь. Тасси, мы сейчас займемся другим делом. Выбор еще есть, я надеюсь. Не плачь, Тасси, соберись, соберись! Давай! Как тысячу раз до этого. У нас есть миссия. У нас есть работа, которую нужно выполнить. Thank you, Tassie. Не благодари. Вот, ей-богу, не дай бог, это будет эндгейм, как только я выйду из этого, из дверей. Это не то, чего я хочу, потому что... Серьезно, просто эндгейм! Просто эндгейм! Да пошли вы! Сопротивляйся! Нет! Ну, конечно, мы просто стали... Ну, естественно. То есть мы должны были с Амари уходить. Я выбрал... хотел одного, выбрал в итоге то, чего хотел меньше всего. То, чего не желал в принципе. Ну да, ну да, мы теперь Харвестер, да. Ходим, собираем людей, убиваем их, мучаем. Просто выбросить, скорее всего, сейчас фигню. Или нет. Ну это типа Bad End, это самая плохая концовка, я думаю. Можно мне вернуться, пожалуйста? Естественно, я... То есть, окей, а вот если я беру Тасси и выхожу с ней, то что мешает императрице сразу меня превратить тогда? Не-н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 е, нет. Я сказал нет. Я говорю нет. Это не то, чего я хотел. Неужели кидры, которых нельзя пропустить? А, нет, можно. Пропустить! Загрузиться, срочно!
И вообще, если мы пойдем в реальный мир, то мы избавимся ли от проклятия жнеца? Ну как бы, от болезни. Мы заражены, мы выпили ту жидкость, она преобразовала наше тело. Давайте попробуем все. Все три варианта. У нас все есть, так что... Тази, follow me. Так, с этой стороны не пройти, да? С другой, что ли? Только с другой? Давайте хорошенечко посмотрим. Какая жуткая тварь, да? Во что можно превратить человека? Точнее, не знаю, иное существо. Желающее бессмертия. I saw the child within you. Only a child. Так, закрыто нафиг. Мы, видимо, как-то должны будем привлекать ее к местам, где нам нужно пройти. И тогда будут эти полипы, не знаю, что это, они будут ходить. И тогда мы сможем пройти. Закрыто, не понял, да. Значит, не можем. Хорошо. Ну вот сохранится еще раз в Самаре уже. I brought you all to me. So she could be saved. Да, заливаем его больше. I told you that Vitae would give her life. Что это такое? But that she must stay here. И вот эту фигню надо захватить обязательно. Мне кажется, кстати, возможно, каноничная концовка, это именно концовка, где Тасси сбегает вместе с Амари, и она забирает эту сферу, она ее приносит в наш мир, где ее потом находят герои первой части. Если я правильно помню, опять же, связь. Бла-бла-бла-бла-бла-бла, давай уже. Мы уже это слышали, уж извини. Look at yourself, Тази. You have become a harvester. Soon your mind will be nothing but hunger. You can do no more for her. But I can. You must let me be her mother. Here. Давай. Амари! I'm here, my heart. Mama's here. Comfort her. Feed her. Say goodbye. You do not have much time. When you are done, leave her and come to me. I will ease your oblivion. Облегчу твое забвение. Ну да, мы видели теперь, как она облегчает. И мы, кстати, были правы. Она просто превратила нас в харвестер, и все. It's all right. Печально, конечно, печально. How did we get to this? По факту у нас нет права на спасение. Если мы можем уничтожить эту тварь, мы должны ее уничтожить. Хотя бы просто из-за способа, которым они получили бессмертие. Да. Цена бессмертия в данном случае чересчур высока, на мой взгляд. Никак, не вытащить. Лучше, мне кажется, умереть. Может, я сам себя пытаюсь поддержать сейчас. What are we to do? Оправдать свой выбор. No. Что если императрица не врет, кстати, на болезнь? No. Что если девочка умрет? Гарантированно тебе перевести на нашу. Mama's here, so don't you cry. Достоверный знак нельзя. I know. Может быть, если бы я помнил все записи, которые мы видели, и вообще, я мог бы что-то сказать точно, но, увы. Даже если там были какие-то упоминания, они пропали. И зачем императрице дочка-то? Выглядит как подстава, да? Сколько? И теперь сохраняемся. Почему нельзя было просто сделать кнопку сохранения? Зачем надо выходить в меню? Ради чего? Зачем? Чтобы игрок каждый раз загружался в игру, в важном моменте. Понятно, что это в единственном моменте, то есть только вот
в концовке, но тем не менее. Ну да, да, нам даже вон синопсис подсказывает, что ребенок медленно умирает. Видимо, это факт. Значит, бежать в наш мир — это не вариант совсем. Знаешь, я не собираюсь делать то, о чем ты думаешь. И чё, и чё? Нифига! А, вот, у нас девочка спасёт, получается, не даст нам превратиться. Вали, тварь! Спокойно, 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 спокойно. Всё, двигаемся. Видите, видите? Тише, 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 милая. Тише, милочка, тише. Спокойно. Спокойно. Тура банка. Ты немного недооценила нас, тварь. А, да, здесь не нажал. Так вот. Оп, и теперь пора валить. Я не собираюсь смотреть на то, что происходит. Уже совершенно точно знаю, что там происходит песос. Не плачь. But I don't think we'll survive it, little one. Сомнению, да, чёрт. Лесом пойдёшь, а, сволочь? Палит в дверь прям. Обойти надо. You're not thinking clearly. It can't end this way. Думаешь, не смогу? А мне кажется, смогу. Ну, милочка, пойдем, пойдем. Тихо, 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 девочка. Все хорошо. Сейчас мы изменим ее жизнь, блин, до последнего. Опа, я понял. Надо забрать Витай с того места. Вася. Или же мы не сможем сейчас банку эту излечь, у нас просто не будет выбора. Да? Блин, извиняюсь, я просто привычка почему-то в инвентарь захожу через скейт. Я уже что-то играл, видимо. Похоже, мы вот эту банку еще потратим сюда с энергией, чтобы открыть дверь, и мы не сможем ее забрать. Так, все, отлично. Можно забрать. Морд забрать. Значит что? Давайте-ка сохранимся еще раз. Я просто не могу вот не проверить. Я должен понять. Но Тася говорит, что мы, скорее всего, не выживем, так что, скорее всего, мы действительно не выживем. Похоже, это конец. Но это конец и для императрицы тоже. И для ее страшной системы. Проблема в том, что секрет Витая попадет... Или Витая попадет в руки людей. Это мы знаем из первой части. Которые тоже, естественно, не постесняются. Тихо. Милочка, спокойно. Смотри сюда. Смотри сюда, сюда смотри, тварь. Молодец. But I have made you one of my servants. Now you cannot take her from me. Now you cannot let her die. Тихо.
Спокойно. Так. Как туда пройти? С другой стороны какой, да? Где пока отвлечь? Быстро, мы успеем. Нет. Пардон. Прощай, императрица. Хана. Заряжаем. Открываем. Заряжаем до конца. Уничтожаем. Тварь. Ой, что? Я что, не докрутил, что ли, в тот раз? Я не докрутил в одном из правых, что ли? Конец. Будем покинуть корабль. Да, я в прошлый раз не докрутил. Ты такая прям вся благородная императрица, всех помогаешь, всех спасаешь, но сама-то живешь за счет боли и страданий других. В прямом смысле, за счет бесконечной боли и страданий. Давайте докрутим. Закончим начатое. Уходим. Уходим в портал. Спасти ее ценой с каких жизней? Хотел спасти себя. О нет. Прости, девочка, прости. Из капсулы отключились, люди погибли, надеюсь. Ну, на этом получается все. Amnesia Rebirth пройдена. И впечатления от нее остаются несколько смешанные. Я думаю, выражу их отдельным роликом в итоговом мнении, а здесь скажу пару слов личных впечатлений. Не то чтобы я был поклонником данной серии, но какую-то любовь, наверное, наравне с неприязнью я к ней испытывал. И в Rebirth я увидел много хорошего, много интересного. Хорошую, цельную историю, которую
которая была интересна, за которой было интересно следить, и если бы не некоторые элементы геймплея, то было бы вообще прекрасно. Возможно, стоит бахнуть последнюю концовку, которая самая, возможно, хорошая, ну вот на первый взгляд. По мне, уничтожение императрицы и прекращение бесконечной боли для тысяч человеческих энергоячеек в темном мире — это гораздо лучше. Но кто знает. Нет, мне кажется, мы сделали все правильно. Так или иначе, время прошло не зря. Игра стоит внимания апгрейдов. На этом я заканчиваю прохождение Amnesia Rebirth. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока.